кто живет внутри тебя? Ты чувствуешь? Одна тихо плачет, пока никто не видит. Она разбита. Другая привыкла казаться сильной. Это стало важнее, чем быть собой. Глаза этой наполнены тоской. Ее смех давно перестал быть искренним. Ты не хочешь нас замечать? Посмотри на нас, освободи. Пройди путь принятия себя. Кто живет внутри тебя?